21 марта. Международный день человека с синдромом Дауна. И я хочу рассказать тебе свой секрет. Синдром Дауна – это не болезнь. Это всего лишь дополнительная хромосома. И необъяснимая сила любви. Мы просто другие. Но отличаться – это не значит быть хуже. Я могу научить тебя любить по-настоящему сильно. Я пишу удивительные сказки и стихи. Я люблю читать книги, занимаюсь театром, и моя главная роль – Золушка. Я отлично играю на рояле, сама освоила гитару и работаю поваром в одном из лучших ресторанов в центре Москвы. Я люблю танцевать и играть на флейте. Я играю в театре и очень хорошо играю. Я люблю поэзию. Мой любимый поэт Лермонтов. Я стала дизайнером. Я люблю мультики. Винни-Пух, Маугли. Я.